В жизни мы постоянно делаем личный выбор, от которого зависит, как мы будем жить дальше. Мы выбираем друзей. Мы выбираем университет, в котором хотим учиться. Мы выбираем верного спутника жизни, с которым хотим провести всю жизнь. Мы выбираем дом, в котором хотим построить семью и вырасти детей. Но есть выбор, от которого зависит, как будет жить наша страна. Будут ли стабильность и развитие для того, чтобы мы все могли реализовать свои планы? Голосуйте! От вашего голоса зависит будущее развитие нашей страны.